Хей, гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Что-то там две жизни. Окей, давайте мы с вами вот что сделаем. Мы с вами переместимся. Так, это мы сейчас в поместье Харата, да? Окраины Ахсин. Нам нужно... Так. Важные места. Разрушенный храм. Отправиться. Я хочу улучшить в первую очередь наш с вами этот... Протез. Второе, я хочу улучшить нашу хилочку, а именно тыквенную вот эту херню. Чтобы у нас было больше припасов. Пипец, у нас уже 4-й уровень. Да жопа. Так, побежали. Сначала к старику. Так, вертикалка у меня включена. Что такое? Зайца, мне твое боевое чутье вернулось. Теперь ты больше синоби, чем прежде. Хоть может и не намного. Возьми. А это научение стиля синоби. Опа, это книги, которые вот нужны мне для прокачки. Книга, в которой описываются боевые техники синоби, дает возможность изучать боевые навыки из раздела стиля синоби. В этом тексте там. В тексте описываются типичные приемы синоби, например, атаки в воздухе или как... Так, прятаться, чтобы вас не заметили. Не заметил враг. Самураи иногда не стали бы учиться так подобным трюкам. Что это? Техники синоби. Тут описана техника боя, недоступная самураям. Хочешь пользоваться ими? Хочешь, нет. Дело твое. Не только у синоби есть своя техника боя. Окей. Опа, навыки. Так. Владея книги с тайным учением боевыми стилями, вы сможете открывать в меню навыки приемы этого стиля. За каждого так, побежденного врага дают опыт. Очки навыка дают, когда вы накапливаете достаточно опыта, чтобы открыть навык. Некоторые навыки можно изучить, находя определенные предметы или побеждая врагов. Что такое? Драконе, что там, избыток скорлупы начинает распространяться. Это болезнь, что-то в итоге придется к смерти. О чем ты говоришь? Обо мне не беспокойся. Понимаешь, я не вполне нормальный человек. Мне сейчас трудно говорить. Об остальном спрашивай Эмму. Эмма? А нет, стой, стой. Протез, чел. Показать новые инструменты. А, что это такое? Так, инструмент для протеза в основном огнем. Это ствол и восход эмблемы духа. Наносит мощный урон огнем на некоторые так дистанции, на бла-бла-бла. Создать. Давайте вот это создадим. Протез синоби. Я смотрю, ты хорошо с ним освоился. Вот, это тебе. Тайное учение стиля протеза. Книга, в котором описывается техника применения протеза синоби, дает возможность изучать навыки из раздела стиль протеза. Написано человеком, оставший путь синоби, но не сумевший оставить свои изыскания. Он не ожидал, что в выпадении случая придет эти техники кому-то еще. Что это? Это еще разные способы. Кусать врагов твоим новым клыком. Иными словами, тут разные техники боя протеза. Ясно. Я думаю, это уже никогда не пригодится. Но кажется, я ошибался. Показать... Все. Мне кажется, нужно его отхилить. Слушайте, вот эта херня происходит. Ой, а как стоять? Эмблема духа, это сколько тратится, да? Пускай топор будет. Поговорить. Вы виделись с Ритчиком? Да. У него... Неизвестно лишь то, что мне рассказал Доген. Наследник дракона может давать способность к возвращению. Воскрешению. Но такая способность необычна. Если ее злоупотреблять, и кровь появляется сверкание, и равно или поздно ее скрывать слишком много. От этого те, кто обладает бессмертием, начинают заболевать.
Они заболевают так называемым драконьим поветрием. Наставник много знал об этой хвори, но все равно не смог придумать лекарство от нее. Простите. Есть ли способ вылечить эту драконью? Так я не знаю. Но в любом случае, его надо остановить. Я точно не знаю. Первым делом надо посмотреть записи моего наставника, может так я что-то придумаю. Спасибо. Так, это семечко. Да. Все, у меня нет больше семечек. До свидания. Так, теперь что мы делаем? Угу. Отдохнуть. Фляги восстановим. Потом переместиться сразу. Давай бамбуковую рощу. Переместимся. Сейчас я быстро посмотрю, что там по улучшениям, именно по навыкам, и прокачаемся. Нужно прокачаться, нужно прокачаться. У нас уже сколько с вами? 4, да, получается, навыка. Окей, поехали. Так, переместиться, изучить навыки. Ага, выносливость не могу сейчас улучшить. Так, получены навыки, бла-бла. Стиль синоби. Или с протезом. Давайте сначала что про синоби. Дает навык атака вихрей. Это боевое искусство, позволяет атаковать во вращении сразу нескольких врагов одновременно. Мощный раскалывающий атак ударов в сочетании с сильным вращением может поражать более одного противника и наносит урон, даже если не поставили блок. Так, позволяет синоби прокладывать себе путь в толпе врагов. Дает навык контракта Микири. Это умение синоби позволяет защититься от атаки и выпада. И сильно снижает концентрацию противника, прижав оружие противника к земле ногой. Так, отреагировать на молниеносный выпад под силу лишь синоби. Неизвестно. Ясно. Ну это походу про меч, да? Давайте тогда вкачаем вот эти две. Давайте сначала парирку. Ага, то есть даже так. Так, карма синоби тела. Дает пассивный навык карма синоби тела. Повышает максимальный запас эмблем духа. Эмблем духа, воплощены плохой кармы. Они пересадят тем, кто совершил много дурных поступков. Тело синоби относится много жизни. Также вынуждены нести бремя на грехи. Так, отражение атаки в прыжке. Дает навык отражения атак в прыжке. Это умение синоби позволяет блокировать и отражать вражеские атаки в полете. Пули и другие металлические оружия наносят дополнительный урон целям в воздухе, а этим навыком можно предотвратить такой урон. Синоби не так-то легко сбить в полете. Хорошо. Бег и скольжение. Дает навык бег и скольжение. Это умение синоби позволяет передвигаться в присед и из рывка. Нужно посмотреть будет. Опытный синоби может вихрь пересечь открытое пространство и уйти в укрытие в скольжении. Таким маневром легко открывается от глаз врага. Так, дает пассивный навык скрыть присутствие. Он уменьшает врагов видимость тех, кто задействует скрытность. Он мешает врагам увидеть тех, кто задействует скрытность. Синоби должен уметь быть незаметным для других. Смотрите, в принципе... Дает навык бег и скольжение. Типа, я не знаю. А тут давайте, что есть у нас. Так, догоняющий удар. Дает навык догоняющий удар. Это умение синоби позволяет использовать определенные инструменты в протезе. Мгновенно сокращать дистанцию до врага и атаковать его мечом. Примерно к атаке инструментами. Так, встречается сюрикен. Встроенный сюрикен, что-то и что-то. Дает навык атака с сюрикеном. Это умение синоби позволяет использовать крюк, чтобы одним движением подлететь к врагу и выполнить атаку мечом. Протез синоби отлично подходит для того, чтобы совершать перемещение и атаки, не расходуя энергию зря. С крюком, подождите. Это умение синоби позволяет использовать крюк, чтобы
одним движением подлететь к врагу и выполнить атаку мечом. Вот это вот интересно. Почему? Потому что крюк, это, типа, там есть некоторые враги. Где того гиганта, да, там мы там крюк же используем. Давайте, наверное, вот это вкачаем. Так, атака протезом в прыжке. Дает навык атака протезом в прыжке. Это, так, умение синоби позволяет пользоваться инструментами из протеза в прыжке. Протез синоби довольно тяжел из-за встроенных в него механизмов. Но искусство мастера Догема и уроки синоби позволяют использовать его в прыжке. Так, дает навык клык и клинок. Дает навык клык и клинок, это умение синоби, позволяющее выполнять одновременно либо дополнительные атаки протезом после атаки мечом. Применение так, атака инструментов, бла-бла-бла. Удар полуночника. Дает навык удар полуночника. Боевое искусство в виде прыжка с ударом во вращении. Позволяет быстро сокращать расстояние до врага или отдаленно от него. Эту технику клан получает синоби, служащих осина. Выполнить удар по умолчанию. Угу. Лекарство Эми вкус. Дает пассивный навык лекарство Эми вкус. Усиливает эффекты лечебных предметов. Эмма давно-давно научила эту технику резчика. Запомнив вкус лекарства, вы можете применять его, его эффект. Стоит учитывать, что более вкусным само лекарство это от этого не станет. Ого. То есть у нас улучшение даже, да, идет на хил. Ну и за то, чтобы собрать 4 очка, то есть мы тратим вот эти, да, у нас уже все тратится. Вот он даже как. А вот это, наверное, тоже скрытность что-то дает, типа того. Блин. Или так пойти. Плохо, нет, давайте тогда лучше скрытность потом вкачаем, чтобы лучше скрываться, потом уже с этим разберемся. Поэтому как-то так. Я сначала все обследую, посмотрю. Так там один разбойник сидит, да, я как понял. Тихо, 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 тихо. Кто заметил? Кто заметил? А кто меня заметил? Я не увидел его. Я даже его не увидел. Алло. А потом я смогу сюда обратно залезть? А, там где-то наверху эта херовина. Нет, мне кажется, там меня засекут. Если я сяду, да? Сука, я теперь понял, где он сидит, ладно. И у нас хотя бы уже есть прокачка. Ну, типа, ладно, у нас потерял. Сейчас прыгну в кусты. Могу с этой стороны обойти по-тихому. Угу. Так, труп самурая. А это как? Ни хрена их там! Я понял. Ладно, делаем тогда по-другому. Все-таки нужно напасть на тех будет. Ой, там наверху гигант какой-то с дубинкой. То есть я туда ж могу, да, попасть еще? Или нет? А-а-а.
Те тоже, да, на меня смотрят? Ну, сейчас мы с ним разберемся тоже, со всеми ими. Сейчас он придет, посмотрим, что его друг уже все, тоже. Немножко отдыхает. И он теперь отдыхает. О, мне еще даже что-то дали. Масло. Угу, у вас тут. Ой, я что-то там вижу. Туда наверх как-то забраться можно? Если да, то это очень хорошо. То, что я хочу тот предметик тоже забрать. Ха. Он все-таки меня не заметил. Замечу, что этим вообще что-то все равно как-то. Ладно, тихо. А где тот лучник? Ух ты ж, ё-моё, там какой-то... Так, маслица. А этот куда делся? Тут же еще был один. Так, порошок огнестойкости. Хорошо. Здесь тоже что-то есть, о чем я не знаю. Блин, мы можем сходить, в принципе, этот себе восполнить. Где еще один? Тут же еще был челик. С луком. Алло, куда он пропал? Или он убежал? Если он убежал, значит, эта гнида где-то сидит. Ой-ой-ой, там два щитика. Ну, как-то так, да? Плохая идея, мне кажется, была сюда лезть. Довольно плохая. До свидания, до свидания, до свидания. Нам хотя бы некоторых нужно сюда подогнать, пускай они к нам идут. Но я его убью. Если надо, я его втихаря в спину убью. Оп. Ой, 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 ой. Так, лучника ёбнуть надо. Не, по пальцам будет больно.
Ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. А кого я обманул? А кого мы обманули? Изи, 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 просто изи. Все. Так тут что у нас? Ага, туда тоже есть проход, замечу. Тихо, 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 не упади только. Ой. О, ох, тихо, тихо, вот это удар. Не надо, понял? Все, отлетаешь. Так, там тоже что-то есть. Погнали туда теперь. То есть я могу буду прыгнуть все-таки, да? Лекарство. Хотя, знаете, что я, наверное, по водичке поплыву. Может, я еще рыбу найду. Да. Так, тихо. Сука. А как тебе мне достать? Давайте как-то с сюркеном. Ты чё, алло? Вот так нужно смотреть, типа, насчет рыбы. Но она тут есть, алло. Я видел. Вот, вот она. Но ее не достать так. А, она, плевать. А, вот так, типа. Либо я зря прокачал ее. Ладно, хер знает. Так, давайте на топор переключимся. Вот что-то я зря так резко вперед бегу. Топор фигня в чем? Медленная атака. Довольно он медленно замахивается. Минус. Ох ты ж, ё-моё. О, это ж наш, типа, этот отец, помните? Который нас принял малым. Father, отец. Это ты. Кажется, это... Это было большой ошибкой. Возможно, годы все же взяли свое. Не пытайся лечить мои раны. Бессмысленно. Слишком поздно. Волк. Ты должен взять это. Так, ключ от потайного храма. Ключ к потайному храму в поместье Хитаро. Его дал Филин. Так, потайный храм расположен в задней части поместья Хирата. Второе. Слушай своего господина, храни его ценой собственной жизни. Попадаясь в плен, освободи любой ценой. Это ключ к потайному храму в особняк. Ты найдешь его. Божественного наследника. Впереди тебе не пройдется, так там огонь. Понял. Возможно, если лезть по утесам. Да.
Вернись ко входу в поместье и поищи проход по туннелям. Иди через черный ход на кладбище. Я не хочу на кладбище. Там и найдешь. Понял. Волк, всегда помни железный кодекс. Да. Слушай своего господина. Волк, защищай господина своей ценой своей жизни. Уйо. Отец. Ни хрена огонь. Как огонек, да, разорился? Нам только туда, да? А вниз мне, походу, сразу ваншотнет. Давайте прыжок. По храму. Нужно сразу смотреть, не упуская ничего по пути, пока прыгаю. Потайнухи там, я не знаю. Ух, тихо-тихо. А вот так бы я сейчас... В смысле? Да что, мне не сюда? Тогда только вниз. Ой, там, походу, еще был проход. Ну ладно. Ай, бля. Просто минус очки. Прохода нету? Прохода нету. Так, подслушать. Пожар в поместье, небось, уже вышел из-под контроля. Но если кто-то и выбрался, то только через пещеры ходить. Чтоб не было крысы, не бежало. Приказ господина Дзюна. Знаю. Я не против. Теперь не могу трусливое ублюдок, которое всех бросает, как только запахло жареным. Да? Тихо. Так. Тихо. Ох, о, тихо, ворот, хил. Там еще был челик? Как давно он там стоял? А, то есть ты меня знаешь, да, где я? Не, вот с топорами они довольно сильные. Блин. Как кто бы ни говорил, но они жесткие, вот честно. А кто тут еще стоял где-то? Вам, походу, его уже нету. Ну, смотрите, наш топор, он жесткий против вот таких вот врагов. Так, я еще где-то видел челика. Походу там, да? Ладно, посмотрим, что здесь. Если ничего нету, пойдем далее. Не, есть проход еще.
Это ж охотник, кажется, на ассасинов, да? Кто это стоит? Я не помню. Ну это копейщик. Он ко мне сюда идет? Серьезно? Может, в другую сторону пойдешь? О, хорош. Он сейчас подумает, скажет такой, ну нахер, слишком далеко. Нужно сгонять в пещеру, да, как я еще понял? Вторую вещь. Вернись. Ну! Мы с вами стелсеры. Видите, какой я стелсер? Давай, я уже не могу. Блин, не, просто... О, хорош. Это херня, я побежал, до свидания, пока. Увидимся в следующий раз. Так, прыжки от стенки к стенке. Нет, а мы бежим обратно. Тогда мне нужно все-таки туда пробежать. Где я сказал, ну нахер. Тут точно ничего нет? Я видел тут что-то сияло. А вот. Шар трофей. А, это где... Или нет, стоять. Что-то я этого места не помню. Эй! Ничего себе! Копейка. Да, походу сюда мне нужно, потому что здесь только два предмета. Ну! А чё за хрень? Можно было ударить его, блин. Нужно, короче, на звездочки поставить, чтобы сбивать концентрацию хотя бы. И откуда это я начинаю? С самого начала, да? Сука. Минус просто 30 минут в никуда. Отсюда ж! Ё-моё. Поехали, навыки. Ёлки-палки. Ой, что здесь у нас? Дыхание жизни света. Дает пассивный навык дыхание жизни свет. Восстанавливает запасы жизни при успешном выполнении смертельного удара. Смертельный удар дает стенобе возможность сделать паузы и... Ну, так, в поединке размеренного так дыхания стенобе. Успокаивает тело и разум, даже продолжая убивать. Это позволяет развить врагов без остановки. Дает пассивный навык кармы, стеноби, разум, повышая максимальный запас здоровья духа, эмблема духа, воплощается плохой кармы, бла-бла-бла. Так, боевое искусство в прыжке. Дает навык боевые в прыжке. Так, это умение стеноби позволяет выполнять боевые применения в прыжке. Подобно этому вы только что сократили дистанцию до врага или... Так-да-да-да-да-да. Глаза стеноби. Дает пассивный навык глаза стеноби, повышая урон концентрации. При успешном выполнении контратаки Микири. А в бой взгляд Синоби не просто следует за клинком противника, он предугадывает его движение. Залог победы сохраняет спокойствие, даже когда на тебя направлено острие клинка. Спасибо на глаза Синоби. Повышает урон концентрации. Дает пассивный навык. Так, скрыть звуки. Он снижает шум при передвижении, из-за чего враги труднее услышать вас. Синоби должен уметь... Передвигаться бесшумно. Опорный прыжок.
Дает навык опорный прыжок, это умение синоби позволяет резко найти за спину врага, лишившую концентрации, и выполнить смертельный удар сзади, даже не используя скрытность. А, подожди, а в смысл тогда сзади, если могу и спереди также убивать? Здесь такой сейчас моментик, чик-чик. Вот это на подобие вот концентра, хотя можно ее тоже прокачать. Трошка стоит. Короче, вот эти еще два вкачаем и пойдем сюда. Неизвестного его искусства. Как мы сделаем? Блин, понимаете, просто там нету сохранялки, вот это меня бесит. Давайте, наверное, на этом закончим. В следующей серии продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.